Зон отдыха в Одинцово станет больше. Только в сквере на Интернациональной улице их будет две. Одна для детей, другая для спортсменов. Впрочем, тихого отдыха на лавочке в центре города тоже никто не отменял. Рабочие усердно трудятся, чтобы уложиться в срок. Приступили к монтажу детского оборудования и воркаута. И в конце недели по погоде будет закончена укладка асфальта по прямому ходу по улице Интернациональной. Работы планируем завершить до 30.10.2023 года. Кипит работа и в Жуковке. Там полным ходом идет благоустройство территории, прилегающей к мемориалу Великой Отечественной войны. Сам монумент бережно отреставрируют. Возле него сделают мощение, установят информационные стенды, лавочки и фонари. Это благоустройство парка «Союзный» в 8-м микрорайоне города Одинцово. В этом году мы реализуем уже вторую очередь. В рамках первой очереди была реализована дорожно-тропиночная сеть, парковое освещение, озеленение. Озеленение была обустроена событийная сцена, установлены скамейки, урны. Во второй очереди в «Союзном» появятся зоны воркаута и скейт-площадка, хоккейная коробка, теннисные столы. Не забыли и о братьях наших меньших. Для них готовят отдельное место выгула. Все лето ответственные службы трудились и над модернизацией детских игровых городков. План включили 52. На большинстве работы уже завершили. Евгения Августина, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».